Привет, мои дорогие друзья! Вчера показал билетик трамвайный из Киева. И вот хочу вам показать, у меня есть такой же, но в реале они отличаются между собой. Притом очень сильно. Смотрите, на левом билетике рамка более отчетливо видна, здесь менее отчетливо видна. Теперь на голограммной полосочке надпись «Украина» на билетике справа в верхней части, на билетике слева в нижней части. Серия такая же, но теперь самое веселое. Переворачиваю и читаем. Совершенно разный текст. Мне плохо видно, у меня держатель закрывает объектив. Тяжело прочитать. Но вы можете все прочитать, все, что написано. То есть, казалось бы, вроде бы одинаковые билетики, а нифига подобного, они реально разные. Вот такая красота. Теперь хочу показать маленькую мою гордость. Это вот такой красивый транспортный проездной электронный билет «Тройка» московский с офигенной фотографией электробуса. Вот такая красивая «Тройка». Я давно еще его, ну, давно он у меня лежит, просто не было подходящего случая, так сказать, показать его. Ну вот, решил вам показать. Вот такое очередное пополнение коллекции проездными карточками. И еще одна гордость моей коллекции. Это в Одессе. Я совершенно забыл. Есть некий вид пропаганды трамвая. Вот смотрите, это такие магнитики. Значит, здесь магнитик на холодильник. Я их взял себе по 3 штуки. Кому интересно, можно будет потом или обменяться, или продам вам. Значит, вот магнитик на холодильник. Я хочу себе сделать альбомчик, кстати, в котором буду магнитики собирать. Тоже интересная тема. Потому что магнитиков у меня достаточно много с разных стран, городов. Вот. Это получается такая легкая история трамвая в Одессе. Вот такие магнитики, видите, на холодильник. Ну, я взял всех видов, потому что я такое впервые увидел. То есть, ну, реально круто сделали. Вот эта конка, первые трамваи. Клевая фотография. Надеюсь, хорошо видно. Вот троллейбусы у нас в Одессе вот такие ездят. Мне очень нравится, что их покрасили в цвета флага города. И именно красиво это выглядит. То есть не как-то муторно, а именно красиво. То есть клево покрасили. Качественно смотрится. Новый трамвай. Вот этот Одиссей. Красивый тоже трамвай в Одессе. Сделано в Одессе. Вот такие трамваи у нас бегают. Низкопольный по центру, по краям стандартно. Морда и жопа у него такая черная. Очень клево выглядит. И вот просто перекрашенный, модернизированный старый от Татра трамвай одесский. Красивая фотография. Также еще я приобрел вот такую штуку. Мне это очень понравилось. Не мог пройти мимо. Вот можете позвонить. Вот, значит, Одесский городской электротранспорт. И вот здесь вот такая вот прикольная карта. Но карта необычная. Реально круто они сделали. Сейчас я попробую ее развернуть. Так это где-то выглядит. О, то есть что получается, вот это у нас, ну, во-первых, фотка этого трамвая клевая, схема трамвайных маршрутов города Одессы. И вот эта схема, зацените, то есть все трамвайные маршруты, все остановки, все как есть, вот на бумаге такой. Очень круто, вообще не ожидал. Это я давненько уже купил, совсем забыл. А теперь прикол, переворачиваем с другой стороны. Здесь вот этот троллейбус офигенный. И здесь схема всех вот маршрутов троллейбусов Одессы. Крутотень, да? Ну, реально классно сделали. Это же память, это история. Представьте, через 50 лет, может быть, схема маршрутов изменится. И вот это все вот так же в альбом, вот в размере оно почти как карточка.
чуть-чуть больше. Вот. Можно, в принципе, ее немножко даже подрезать вот эти уголки, чтобы встала она в альбом вот такого размера. Потому что здесь, видите, как бы пустота. То есть можно расчертить и ножницами лишнее срезать и засунуть в альбом прямо вот с этими карточками. Вот такая детская карта, тоже такая маленькая моя гордость коллекции. Есть еще круто, реально, одесский транспорт сделал вообще класс, но я не смог купить по деньгам, потому что не дешевое удовольствие. Значит, там такое оргстекло, вот такого где-то размера, а внутри, знаете, такой воздушный, короче, воздушные фигуры, как делают, ну, вот квадратный такой, прямоугольный кирпич такой, пластиковый, да, а внутри из воздуха, как бы, там этот, ну, короче, трамвай внутри в этой пластиковой штуке. Только не трамвай из воздуха сделанный. Такой вот, блин, жалко, нету возможности показать. Есть два вида. Есть вот такой маленький, он стоит там что-то в районе 1000 гривен. А есть вот такой здоровый вообще кусок пластика. И там внутри вот этот новый трамвай. Вот этот, да, трамвай там, короче, новый одесский. И он внутри именно вот в таком оргстекле большом. Вообще, короче, круто реально сделали. То есть вот одесский электротранспорт, в принципе, начал уже какое-то развитие. Но что меня удивило насчет Киева, то есть вот одесские билетики еще вот такого старого образца сохраняются, то есть нет какой-то изюминки. А вот киевляне уже все начали делать вот такие вот вещи. То есть они уже, видите, ну, уже какие-то пошли у них рисуночки. Там какие-то, то есть, ну, вот такие тоже рисуночки уже начали делать здесь. А что это такое даже? Какая-то карта, короче, тут нарисована. Ну, по крайней мере, вот киевляне уже начали делать что-то необычное, то есть нестандартные билетики. А одесситы еще пока вот делают стандартные. Но ничего, я думаю, учитывая вот это, я думаю, что одесские билеты скоро начнут делать уже красивые фотографии именно на билетах наших трамваев. Плюс я поспособствую этому, я хочу пойти обязательно пойду в Горэлектротранс. Ну и не только я, там много уже людей пытаются пойти туда, и пообщаемся с директором, чтобы показать ему варианты, как можно улучшить популяризацию покупок билетиков, во-первых. Во-вторых, это история, это красиво. И киевляне это уже заметили в Киеве. Там вообще клепают тоже билетов очень много разных. И автобусы ночные, и дневные, и отрывные. Там очень много видов. И двухсторонние там в Киеве есть. С одной стороны электричка, с другой стороны трамвай, троллейбус. Там такие полосы идут в разные стороны. Типа подсовываешь так или так. Плюс есть длинные, то есть ширина стандартная, но длиннее вот настолько где-то билетики. А есть широкие такие. Ну, в Киеве там, конечно, побольше транспорта. Ну, и они заморачиваются на этот счет. В Одессе я мечтаю, когда-нибудь, может быть, морское такси появится, чтобы можно было ездить, допустим, с Таирова, ну, район Таирова и район поселок Котовского или город Южный. И вот так вот, чтобы такси было такое морское. И чтобы можно было, как в Стамбуле, например, вот такой же карточкой, можно рассчитаться как за речной транспорт, морской транспорт, метро, автобусы, трамвай, троллейбус. Все одной картой можно рассчитываться. Вот в Москве такая же фигня. Вот одной картой можно ездить на очень многих видах транспорта. Считай, метро, электрички, там диаметры разные. Даже уже вроде бы как можно на Аэроэкспрессе ездить. Авиаэкспресс, вернее, это поезд, который едет прямо в аэропорт. Ну и не удержался, решил еще показать. Вот это вот в Москве вот такие вот единые у меня новые пришли билетики. То есть вот то, что я говорил, что юбилейные там постоянно клепают эти билеты. Вот 100 лет там чему-то. Государственное профсоюзное движение какое-то. Потом единый, переходите на качество, не выходя из вагона. Что они имели в виду, не знаю. Там в вагоне какая-то рассрочка, вся правда о товарах.
Ага, видимо, какие-то магазины рекламируют. Вот это вообще тоже красавчик. 205 лет, Тарас Шевченко. В состоянии хлам, конечно, но мне его подарили. Я не видел в продаже, мне его подарили, ну, круто, все равно в Москве вот наши почитают писателей. Хотя это гражданин Российской империи, чтобы вы знали, если что. Дальше. Вот это вот интересная штука. Это единый проезд. Московский типа. Но это на самом деле, вот видите, вот четко, да, как единый. Но в реале это магнитик. То есть это именно магнитик на холодильник. Вот так они сделали. То есть типа проездной как бы этот билет разовый. Но в реале это магнит на холодильник. Тоже продают вот такие сувениры. Прикольно. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, пишите, собираете ли вы билетики трамвай-троллейбус, интересна ли вам эта тема. Всем удачи, пока!